Визуал слабый, тебе на этой неделе нужно визуал сделать. Если что-то есть хорошее, напиши про это. Ну, типа, что за фигня? Видимо, мои фотографии плохие. Шортики в ручку тягище, моделирующие лапки запытали хорошо. Ключевые слова через точку с запятой надо писать. Вот здесь вот я, наверное, ну, как бы я не обладаю всеми вот этими знаниями, что нужно здесь указать, но это на тебе. Вот аннотация — это если из заголовка у нас берутся ключевые слова, а из аннотации у нас тоже берутся ключевые слова. Все ключи, по которым ты будешь показываться в рекламе, в продвижении, в трафаретах, выдача, здесь должно быть максимальное количество у нас ключевых слов. Ключевые слова помнишь, да, где мы берем? Короче, тебе нужно прямо сюда впихнуть ключевые слова. Вот эти вот все ключевые слова, которые у тебя здесь, говорят, велосипедки, ладно, предположим, велосипедки утягивающие. Только здесь, в описании нету этого ключевого слова. Далее, шорты, моделирующие фигуру. Только здесь, в описании нет этого слова. Тебе нужно в описание добавить эти ключевые слова. Ты их отобрала, значит, они тебе подходят. Мы это обсуждали, да? Велосипедки черные. Только здесь, в описании должны быть слова. Мы же обсуждали, что поле ключевые слова, кстати, для всех. Это конфиденциальная информация от менеджера Озона, который нам рассказал. А поле ключевые слова еще не заработало в Озоне. Они его добавили для того, чтобы все селлеры наконец-то убрали из описаний и из ключевых и из названий ключевые слова. Ну, типа, чтобы не пестрили своими ключевыми словами, тут не портили нам визуал красивый. И люди запихали сюда свои ключевые слова, а это поле нифига не работает еще. Когда заработает, неизвестно. Так, материал окей. О, здесь больше стало. Очень хорошо. Здесь больше стало. Было вообще мало, стало больше. Так, вот все нюансы, вот это все на тебе. Это твоя зона ответственности обязательно. Так, дальше. Визуал слабый. Тебе на этой неделе нужно визуал сделать. На видеообложке использовать инфографику? Да. Ну смотри, видеообложка — это видеообложка. Мы не знаем с тобой, какая лучше сконвертит. Может быть, сконвертит хорошо видеообложка, где просто барышни. Это они тут у нас просто, да, есть. Может быть, она лучше сконвертит. Тебе трафареты покажут конверсию в клик. Сразу делаешь несколько вариантов инфографики. Так, стоп. Инфографика — это отдельно. Инфографика — это главное фото, это фотки. В обычной SEO-выдаче у тебя показывается инфографика, главное фото обычное. Видеообложка показывается только людям, которые по рекламе тебя видят. Видеообложка они анонсировали, когда они это запустили, то, что видеообложка запускается только в трафаретах, только там. И, естественно, когда люди кликнули уже в карточку, они тоже видят видеообложку. Так что даже если у вас не запущена реклама, ну, трафареты, все равно видеообложку нужно сделать, потому что люди, перейдя, увидят видеообложку вашу. И это им, это заставит их потусить ваши карточки побольше. То есть вот они перейдут, и здесь будет видео. То есть это же хорошо. Что уже сразу же видео. То есть они еще никуда не перешли, ни в отзывы, ни в самый низ не прокрутили, чтобы посмотреть видео в карточке. То есть это просто видеообложка, и она сразу же, вот, пожалуйста. Я считаю, что здесь нужен текст. То есть по мне скучновато. Если что-то есть хорошее, напиши про это. Такие натуральный хлопок, утягивающий, приятный к телу. Не растягиваются, выдерживают стирки. Короче, не знаю что. Если что-то есть, это должно быть на виду. Обязательно. Это разные вещи, и то, и другое тебе нужно. Видео — это тоже. Видео тоже нужно. Короче, видеообложка — это отдельная история. Креатив, главное фото — это отдельное фото. Просто видео — это отдельная история. Это все, все три разные вещи, они все нужны обязательно. Так, здесь надо доделать. Ключи должны соответствовать товару. Если ты, не дай бог, случайно загрузишь не то фото, у тебя в описании ключи черные, черные шорты, а товар белый, ты во всей рекламе везде будешь показываться по ключу черные шорты. И у тебя будет низкая конверсия.
ты будешь думать, какой, ну, типа, что за фигня? Видимо, мои фотографии плохие, надо переделать фотки. А на самом деле товар просто не соответствует ключевому слову. И ты можешь испортить фото, сама того не зная. Слить деньги, не получить результата. Максимальная внимательность. Тут прям вот максимально. Не перепутай. Так, это первое. Дальше по ФБО поставки. Думаю, что нужно делать на ФБО отгрузку небольшую, но все-таки сделать на новую карточку. На отзывы отвечаем обязательно. Сделай там сколько-то видов стандартных ответов, отвечай. Вы знаете или нет, у меня есть телеграм-канал. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я рассказываю про бизнес на Озоне. Про ВБ информации достаточно много, я считаю, на рынке. Про Озон нету.